Всем приветики. Я вот только недавно снимал ролик про эту шапочку, о том, что она мне выпала в игре, а потом задумался, что это ведь первая шапка, которая мне выпала в игре, потому что обычно падает оружие, которое падает постоянно и не имеет никакой ценности, а тут вдруг выпала шапочка. Я играю в эту игру уже 490 часов, и за это время мне впервые выпала шапочка. То есть, это вдвойне круто, помимо того, что это аксессуар, а не обычная оружка, которая никому не нужна. Так он еще и впервые. Первый аксессуар. И это круто. Но и в то же время это жестко, потому что всего один аксессуар за 490 часов игры. То есть, насколько редко они выпадают, что аж... За, грубо говоря, за 500 часов игры один аксессуар. То есть мне нужно играть еще 500 часов, чтобы получить вторую шапочку. В общем, такие дела. Ну, а на этом все. Покедова.